Привет, друзья! Мы с вами находимся в самом центре Одессы на Театральной площади. Где происходит грандиозное событие, праздник красоты, молодости и обаяния. Miss Teen Ukraine 2008. И мы вам покажем все, что скрыто. Пошли за нами! Miss Teens Ukraine 2008 осталось совсем немного времени. Сцена уже готова, зрители собираются, и именно сегодня мы узнаем, кто же станет Miss Teens 2008. Ну что ж, друзья, мы находимся в гримерке, где много девушек волнуются, переживают, и у участницы номер один мы сейчас спросим: переживаешь перед началом? Конечно, очень переживаю. Нервничаешь? Естественно. Что мама сказала? Выиграть. Если выиграешь, что будешь с этим делать? Чем будешь заниматься? Для себя или для карьеры? Знаете, я даже об этом не думала. Но в связи с тем, что Julia's World Models проводила благотворительные акции во время подготовки, то мне кажется, что я бы очень хотела помочь детям бездомным. Когда мы пришли в этот интернат, мы увидели в их глазах надежды на любовь, на будущее. И я очень хотела бы им помочь. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что вас сюда привело на этот замечательный конкурс Miss Teens Ukraine 2008? Ну, вы знаете, наверное, обилие красивых девушек и организаторы, которые пригласили меня быть членом жюри. Вот. Сегодня очень хороший день, очень хорошая погода. Я думаю, что это все очень хорошо отразится на девушках и будет очень хорошо влиять позитивом на победительницу. Я надеюсь, что это будет самое красивое, мы постараемся все для этого сделать. Miss Teen – это один из тех немногих конкурсов, которые проходят в Украине, которые имеют международное продолжение. И это очень важно для Украины. Фитнес-партнер. Все то, что сегодня здесь происходит, это количество интересных людей, которые здесь собрались, говорит о том, что Украина готова и будет продвигаться как бы там в мир. И я от всей души желаю продолжения и очень качественного продолжения этого конкурса, ну, чтобы наши девушки достойно представили нас, Украину, на международном уровне, ну и победили как минимум. Скажите, а вот красота, насколько она важна? Если женщины стараются быть красивее, то поверьте мне, это для вас мужчин. И поэтому все, что не делается, я думаю, что делается с огромным желанием нравиться. А когда мужчине нравится женщина, то мужчина делает великие поступки и идет вперед. Это двигатель прогресса. Для модели это большой толчок, потому что после того, как модель побеждает подобные конкурсы, у нее появляются больше на нее внимания, пресса обращает больше внимания обращают спонсоры. И девушка может хорошо устроиться в жизни, если она немножко приложит для этого усидчивости и своего желания. Посмотреть на этих 28 маленьких обворожительных бабочек, которые сейчас вылетят на сцену, на подиум.
Здравствуйте, с нами лицо самого лучшего канала на свете после нашего 1+1. Скажите, пожалуйста, ваше ощущение после конкурса? Я не вірив в те, що ці дівчата насправді до 19 років. Вони так фантастично виглядають, такі сексі і такі привабливі, що, блін, ну я не знаю, чого діти так швидко ростуть, але враження тільки кльові. Дуже було весело і дуже було глемно. Дякую, що запросили. Ну, на самом деле, фраза, что красота спасет мир, она не просто так была сказана древними нашими великими. Потому что на самом деле, когда смотришь на такую красоту, какую мы сегодня видим, воевать не хочется. Ты знаешь, что это вообще помогает всем девочкам, чтобы они как бы самоутверждение. И ты знаешь, это им очень много других разных, они много людей встречают и путешествуют. И у многих девочек это же вот такой шанс никогда не получают. Так, оно помогает так, и в то же самое время они все друзья становятся. Где самые красивые? Ну, не знаю, многие, конечно, славянки самые красивые. Я думаю, что это так. Вот. Но, в принципе, везде есть красивые люди, и так четко, однозначно ответить не могу. Но, в принципе, славянки, девочки красивые. Я часто бываю в жюри подобных мероприятий и думаю, что могу не утверждать, но говорить, что это так. Мені здається, що це настільки персонально, що тут немає якихось конкретних визначень. Безумовно, в Одесі дуже багато дівчат. Їх тут настільки багато і настільки більше, ніж адекватних дівчат, настільки більше, ніж адекватних хлопців, що їм тут, напевно, хлопцям тут дуже весело. І тому кияни такими натовпами сюди їздять розважатися. Але безумовно, що їх красивих дівчат в Україні, я думаю, маса кругом. Знаете, несмотря на то, что мы киевская группа, в Одессе мы бываем очень часто, и не только потому, что нам нравятся достопримечательности города и море, а, наверное, в первую очередь, потому что девушки нравятся. Я поддерживаю мастера и говорю, что самые красивые девушки в Одессе. Да, детка. Мы оцениваем девушек, красоту девушек, но не одежду. Я всемирный судья по соревнованиям красоты. Я видел много красивых девушек по всему миру. И поверьте, лучшие из них из Одессы. Ви знаєте, мені дуже сподобалось. Одеситки, дівчата дуже сподобались. Дорогие друзья, я сейчас стою рядом с Miss Teen Украина 2008. Аплодируйте там у себя дома, а я поаплодирую ей вот прямо сейчас. Скажи, пожалуйста, что чувствуешь? Вы знаете, нет слов. Просто всплеск эмоций, даже не знаю, что сказать. Я не ожидала такого. Я очень волновалась, и это для меня первый конкурс, первый шаг. Я новичок вообще в модельном бизнесе. Я первая Miss Teen Украины. Я говорю, что телеканал ОК самый лучший телеканал. Мы все его смотрим.
номер? Я даже не знаю, что сказать. На номер так сразу и не посмотришь. О, ребята, здорово! Дорогие друзья, я смотрю с... Дай дубль еще, я уже путаюсь просто. Привет всем, это группа Дилемма, и вы смотрите телеканал Окей! Nikki Gollier, Miss College Station, everyone watch Okay. My name is Ken Wills, I'm co-founder of the Odessa Children's Charity, and I'm on Okay TV. Девушки. В вашем случае это очень важно. Damn, мы хотим. Дивіться, окей. Miss Teen Ukraine!